Я тут смотрел недавно сюжет про моржей, ну, про тех, которые плавают. А нет, они ведь и те плавают. А, ну, те, которые с усами. Да нет, они в репортаже тоже с усами были. Ну, короче, сюжет про этих, про людей, которые зимой в проруби купаются. Так вот, они там такие веселые, на морозе резвятся, а мне холодно было аж дома, когда я смотрел на них. Все-таки они счастливые люди. Им для комфорта нужен холод. Это в любой момент, хо, разделся, и тебе комфортно, да? Ну, даже если на улице жара, например, залез в холодильник голый и сиди там. А вот что делать нам, мерзлякам, если нам хочется согреться? Какие есть способы согреть себя долгими зимними вечерами? Вчера Таня назначила свидание двум молодым людям. Пришедший первым должен был вести девушку в кино. Правда, оба сильно опоздали из-за коварной гололедицы. Девушка рассердилась и на сегодняшнюю встречу решила опоздать сама. Пусть теперь ребята померзнут. А кто дождется Таню, тот и пойдет с ней в кино. Как назло, сегодня лютый мороз. За окном минус 25 градусов. Ребятам надо одеваться теплее. Женя вновь делает ставку на высокие технологии. Поэтому сразу отправился туда, где разрабатывают морозоустойчивые материалы. Специалисты предложили нашему герою куртку с утеплителем из особого материала. Он в несколько раз легче пуха и обычного синтепона. Смотрите, пуховая зимняя куртка весит почти 3 килограмма. А куртка с новым утеплителем всего килограмм. Но как же эта легкость поможет Жене уберечься от мороза? Посмотрим. Никита, наоборот, утяжеляется. Наш герой одевается слоями. Сначала футболка из синтетической ткани. Она будет впитывать пот с кожи. Затем несколько утепленных толстовок. Никита считает, что они не позволят выпустить тепло наружу. А сверху можно надеть обыкновенную куртку из полиэстера. И в путь. Женя и Никита пришли к месту встречи одновременно. Посмотрим, кто из наших героев дольше простоит на трескучем морозе. Узнать, кому на самом деле тепло, а кто притворяется, может только эксперт по современным технологиям Кирилл и его тепловизор. Этот прибор легко определит даже температуру следа на снегу. Узнать, кто из ребят сильнее замерз, для тепловизора проще простого. Итак, куртка Жени намного холоднее куртки Никиты. Неужели новые технологии подкачали? Попробуем узнать, какая температура внутри, под одеждой. У Жени под курткой плюс 21 градус, а у Никиты всего плюс 17. Получается, чем холоднее куртка снаружи, тем теплее внутри. Именно. Оказывается, зимняя одежда вовсе не греет. Но в чем же тогда секрет? В научной лаборатории программы «Галилео» показали, что внутри Жениной куртки находятся искусственные микроволокна. Они в 50 раз тоньше человеческого волоса и переплетаются друг с другом в разных направлениях. Вокруг каждого волокна слой воздуха. Для чего он нужен? Оказывается, лучший термоизолятор – это воздух. Поэтому главное во всех утеплителях – способность удерживать воздух. Чем тоньше и больше волокон утеплителя, тем больше воздуха задерживается между ними. А чем больше воздуха внутри, тем теплее куртка. Получается, хорошая куртка не выпускает наружу тепло, которое выделяет сам человек. Вот почему Женина куртка снаружи была холоднее, чем куртка Никиты. А сам Никита совершил ошибку.
слишком укутался. В тесной одежде нет изолирующих воздушных слоев. Поэтому тепло, не задерживаясь, выходит из куртки наружу. У Никиты задубели руки и ноги. Кстати, а почему на морозе в первую очередь замерзают именно конечности? На холоде в организме человека происходит спазм сосудов. Они сужаются, и кровоток замедляется. Горячая кровь просто не доходит в нужном количестве до пальцев рук и ног. Чтобы тело не переохладилось, организм заставляет нас дрожать. Непроизвольные мышечные сокращения запускают обменные процессы, которые выделяют тепло. Молодому человеку ничего не остается, как бежать домой переодеваться. Дома Никита обматывает руки и ноги полиэтиленовыми пакетами. Они же не пропускают воздух, а значит, этот материал должен сохранить тепло. Женя все еще на месте. Удивительно, но ему совсем не холодно. А Никите через 5 минут стало еще холоднее, чем раньше. Неужели полиэтилен подвел? Полиэтилен не дает воздуху свободно циркулировать. Кожа не дышит. Поэтому начинается интенсивное потоотделение. А чем больше влажность, тем сложнее сохранить тепло. Наступает переохлаждение. Никита промерз до костей. Разозлившись на своего утепленного соперника, замерзший герой решает подморозить конкурента. Никита обдувает Женю из генератора потоком воздуха. Удивительно, но Жене все равно не холодно. Это показывает даже лазерный термометр. Взбешенный Никита вновь удаляется. На этот раз парень решил утеплиться газетами. Наш любитель макулатуры знает, что бумага хорошо сохраняет тепло. Никита уверен, пресса будет на его стороне. Женя по-прежнему стоит на морозе и совсем не мерзнет. Никита от досады решил еще раз насолить противнику, вернее, намочить противника. Никита опрыскивает Женю водой из распылителя. Куртка студента на глазах покрывается ледяной коркой. Но стало ли Жене от этого холоднее? Проверим. Научный сотрудник Кирилл вновь использует тепловизор. Он смотрит на температуру снаружи, а теперь внутри. Потрясающе! Жене стало еще теплее. Под курткой плюс 23 градуса. Известно, что через влагу тепло уходит наружу. Ведь вода – хороший проводник. Смотрите, что происходит. В лаборатории утеплитель опустили в воду на 40 минут. Но он все равно не впитывает жидкость. Вода просто стекает с него. Выходит, если материал не промокает, тепло дольше сохраняется внутри куртки. Никита окончательно продрог и спешно покидает поле боя. А Женя остался мужественно ждать. На этот раз он обязательно пойдет с Таней в кино. Недаром же наш герой терпел мороз, воду и ветер. А Таня уже спешит на свидание с чашкой горячего кофе. Надо срочно отогреть победителя. Кто же ее дождался? Женя. Он весь в снегу, но ни капли не замерз. За такой подвиг просто необходима награда. Скорее в кино. А у нас в Сибири есть старый народный способ согреться. Не-не-не-не-не-не-не! Вы не о том подумали. Я имею в виду тяжелый физический труд. Ну, там, дров нарубить, белок в лесу погонять, от медведя убежать.
если повезет. Кстати, если не повезет, тебя медведь догонит, тоже можно согреться неплохо.